Дорогие россияне, меня как президента России очень волнует проблема школьного образования. Дети – наше будущее. Им жить и работать в 21 веке. Только что я подписал указ о школьной реформе. Отныне посещение школы станет добровольным. Хочешь – иди в школу, хочешь – сиди дома. Отменяются отметки, отменяются домашние задания. Будет покончено с позорным пережитком старой школы вызывать ученика к доске. Теперь это запрещается. Из обязательных предметов остаются только пение и физкультура. Вместо русского языка, математики и физики детям будут показывать мультфильмы, боевики и рассказывать анекдоты. Работать в школе будут только те учителя, за которых проголосуют ученики. Государство должно обеспечивать школьников бесплатным мороженым и жевательной резинкой. В будущем мы планируем выплачивать всем учащимся стипендию, пусть небольшую, но каждый месяц и в твердой валюте.